Головне завдання заходу – продемонструвати та ще раз відпрацювати тактичні прийоми спецоперацій. Воєнізовані спецпідрозділи Державної кримінально-виконавчої служби України не брали участь у військових діях на сході країни. Вони працюють лише у виправних закладах. Однак представники формувань зазначають, війна суттєво вплинула на подальше планування тактичних навчань. Осуджені, озброївшись самодільним оружием, пытается нанести штурмовой группе вред. В процессе появляется огневое противостояние штурмовой группы с осужденными. Тактическая группа работает в двойке, работает в тройке. Применяет короткие пистолеты и длинные автоматы оружия. В процессе движения отрабатываются правые, левые сектора, передние и задние фланги. Учитывая войну на территории нашей, поэтому, наверное, это было самое сложное. Последние два этапа. То есть работа с оружием, переход вот начальника, работа в группе в тактической, двойка, тройка. То есть это все те элементы, которые, по сути дела, сейчас там на Востоке они имеют место. Если какая-то оперативная ситуация, боевая ситуация, то все намного больше, мощнее и серьезнее. А в данном случае это была всего лишь схематика. Собрали здесь все подразделения силовые с Украины и проводим такое мероприятие, которое больше направлено на то, чтобы их поздравить. Поблагодарить за готовность. Эти подразделения всегда боеготовы и всегда готовы принять участие во всех операциях, которые будут. В останні українські воєнізовані спецпідрозділи Державної кримінально-виконавчої служби використовували за прямим призначенням кілька років тому. Последний раз у нас было, может, лет 7-8, когда у нас пожизненники в 60-й колонии Луганской области попытались совершить побег. Они и получили в посылках передачи в замаскированное оружие в консерве селедки. Там были патроны, пистолет, нанесли ранение тогда нашему младшему инспектору и попытались совершить побег. Вот тогда мы применили это военизированное подразделение, Луганское в то время, и они прекратили их противоправные действия. Самый кричащий случай это был в 2001 году освобождение заложников Херсонской колонии. Два полевых чеченских командира с подельниками, четыре подельника, они захватили трех сотрудников администрации и было принято решение провести спецоперацию. Вот, Днепропетровск, Запорожье был. Вот, в течение трех суток разрабатывали план, провели. Сотрудник администрации, заложник, никто не пострадал. Ну, а террористы были ліквідировані. Кирило Бережний, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.